С этого года при филиале ОМЦ в городе Байконур заработала первая казахстанская поликлиника. Поликлиника при филиале ОМЦ работает с 3 января. Среди главных ее функций – прием посетителей, скрининг, вакцинация, передача бесплатных лекарств на состоящем на диспансерном учете. На сегодня уже зарегистрировалось 15 тысяч человек. За полгода планируется увеличить эту цифру вдвое. В день обращаются к врачам около 100 человек. Поликлиника оснащена современным оборудованием, имеется рентгенаппараты, УЗИ, маммограф. Население довольно. Аппаратура мне понравилась. Врач очень приятный, обслужил хорошо. Ну, отправили меня в ОМЦ в Кызылорду. Поставили диагноз. Ну, спасибо врачам, что есть такие. Эндокринолог, невролог. Работают офтальмолог, эндокринолог, невролог. Ожидаем травматолога-хирурга, детского хирурга. Врачей общей практики не хватает. До осени полностью укомплектуем. Хотелось бы отметить большую поддержку со стороны местной администрации. Так одному из приглашенных специалистов выделили двухкомнатную квартиру.